Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru. Признаки. Ну, я кратенько решил все-таки прочитать, потому что люди постоянно спрашивают. Тоже в этом же материале на umma.ru. Ночь, могущество там есть. Каковы ее признаки? У этой ночи есть свой необычный блеск сияния. Ну, тут я в конце ссылку даю, откуда я брал. Я здесь написал в свое время, когда материал писал, но опять же, быстро десятилетия проходят в нашей жизни давно. Но я поднял все основные источники. Здесь я даю на три источника ссылку. Я просто оптимизировал, все вычитал и основные пять. То есть не было задачи дать все мнения там. Нет, основные пять, которые во всех книгах упоминаются. Пять пунктов. У этой ночи есть свой необычный блеск сияния. И вот я говорю, она там, то есть такое, она сегодняшнее утро такое. И ночь тоже, я не знаю, может, мне показалось, но ночь тоже она какая-то такая вот чистая такая. Небо такое было. Темно-темно-синее такое, чистое какое-то. Второе. Эта ночь по местным климатическим условиям будет ни холодной, ни жаркой. Ну, тоже оптимальная температура. То есть ночная температура будет средней для данного климата, местности, времени года. Третье. Она будет спокойной, безоблачной, без осадков тоже. Четвертое. Звезды в эту ночь не падают. Ну, это я уже не смотрел. Мы тоже, наверное, не обращали внимания. Но есть это упоминание. Пятое. На утро после этой ночи солнце взойдет чистым, без лучей диском, мягко красным. Свет его будет нежным, не ослепляющим, подобным свету полной луны в безоблачную ночь. Ну, здесь я ссылки даю на богословские источники, где упоминается. Ну, там пошире, а здесь основные пять. Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru.